Всем привет! Это ваша ежедневная доза интернета. Это рентген собаки во время того, как она ест. Ураган начал образовываться посреди поля в Канаде. Не волнуйтесь, никто не пострадал. Этот детеныш енота был найден посреди дороги, спасен и отправлен в центр реабилитации дикой природы. Короче, этот парень зачем-то решил заехать на пляж, погазовал и, соответственно, просто застрял. И учитывая, что мы в Ист-Кемптоне, выбраться отсюда будет не так уж легко. Эти космонавты решили сделать пиццу в невесомости. Этот парень оставил свою обувь на улице на всю ночь, и под утро она была наполнена жуками. Спасибо большое за просмотр и спасибо большое, если поставите лайк под это видео. А перевел и озвучил виски. Ага.